Очередная партия гуманитарного груза с предметами первой необходимости для жителей юго-восточной Украины была отправлена 6 апреля из Кашхабльского района в распределительный пункт Майкопа. В этот перечень вошли продукты длительного хранения, консервы, детское питание, игрушки, канцелярские принадлежности, средства личной гигиены и многое другое. После сортировки груз будет сформирован и отправлен по назначению. Отрадно, что жители нашего района не остались в стороне и в рекордно короткие сроки собрали все самое необходимое. Администрация Кашхабльского района выражает искреннюю признательность всем, кто оказал помощь в благом деле.